Беларуская федерация киберспорту проводит отборочный тур республиканского турниру «Битва городов». Региональные команды отримали шанс заявить про себе. Лепшие коллективы отборочных туров отримают билет у Минск на гранд-финал и смогут позмагаться за призовый фонд у 6 тысяч белорусских рублей. Каб удельничать у турниры, треба собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте Беларуской федерации киберспорту. До спаборництва допускаются удельники не молодейшие за 16 годов. Яны продемонструют свое майстерство на специальных гульнявых компьютерах с профессийным обсталяванням. Отборочные сустречи уже прошли у Могилеве и у Витебску. У Гомель битва городов приедет 17 вересня.